О существовании книжного собрания Ивана Грозного знали не только на родине, но и за рубежом. В начале 18 века сам Папа Римский прислал в Россию секретную миссию, чтобы узнать местонахождение этой библиотеки. Считалось, что Либерия изначально принадлежала византийским императорам и прибыла в Россию вместе с Софьей Палеолог, которая вышла замуж за Ивана III. При всех царях и правителях библиотеку искали в тайных подземельях Кремля. Но ведь Грозный мог прятать ее вовсе не в Москве. Так, в эстонском городе Пярну, который раньше принадлежал Польше, нашли список некой библиотеки князя Василия Ивановича на польском языке. Разгадка проста. Когда поляки оказались осажденными в Кремле, то голод вынудил их питаться в том числе пергаментными свитками, которые они обнаружили в одном из подвалов. Это подтверждают и воспоминания выживших после интервенции. Вероятно, часть коллекции свитков поляки просто съели. Хотя кое-что и могли прихватить с собой после капитуляции. Но даже если некоторые экземпляры уцелели, скорее всего, в целом Либерия утрачена безвозвратно.